Всем приветики. Я уже как-то снимал распаковку беспроводного радиопереключателя. Ну, а это уже будет как бы его обзор. В общем-то, вот он сам. Это все, что с ним шло в комплекте. Собственно, это все нам не понадобится. Я специально для него купил удлинитель. Удлинитель он называется, сейчас покажу как, Люксар сетевой удлинитель. Двухметровый. Вот, и, собственно, я выбрал именно его, потому что у него я искал именно такой размер, чтобы коробочка могла вот это вот сбоку поместиться. Ну, потом, получается, вот с удлинителя выходит провод, и тот заходит в эту коробочку, и выходит дальше уже на провод и идет в розетку. Можно было бы как бы его, ну, не перекреплять сюда, просто он бы, например, мог бы вот здесь где-то на проводе болтаться. Но тогда, когда удлинитель будет лежать на полу, то тогда и коробочка будет так лежать на полу, кнопкой вверх. И можно наступить на эту кнопку, вот она кнопочка, и нажать на нее. А это не очень, не хотелось бы, потому что там тогда собьются параметры. А сбоку она уже точно не нажмется, если вот она так будет лежать. В нее будет включена в розетку какая-нибудь лампа. И, ну, уже точно сбоку. Так бы, если бы она здесь лежала, раз ногой там пошел, нажал где-то. А тут она сбоку уже не нажмется. Вот. Ну и, собственно, как оно работает. Здесь все просто. Ну, на пульте жмешь кнопочку, и либо включается, либо выключается. А как оно будет включаться или выключаться, задается параметрами. Вот на этой кнопочке. То есть, сюда входит питание, а отсюда выходит. А сама плата уже регулирует, как именно все будет включаться. Ну и, в общем, задаются режимы. 9 раз нажимаешь, удаляется старый код. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот оно помигало, все, удалилось. Да, удалилось, все, закончило мигать. Вот жмем, ничего не срабатывает. На пульте, когда жмешь, кстати, тоже лампочка срабатывает, показывая, что и как будет. Дальше нажимаем один раз. Оно мигает и ждет команды. Какую кнопку нажмешь, на такую кнопку и запомнит. Я нажал А, теперь удерживаем, горит. Отпускаем, не горит. Б не работает. Но если я нажал бы Б, тогда наоборот Б работало, а А не работало. Можно сразу две кнопки запрограммировать. Еще раз нажать один, оно мигнет и ждет команды. Теперь Б нажимаем. Оно помигало, запомнило. Теперь оно Б срабатывает. Вот. Потом следующий режим. Нажимаем два раза. Оно опять ждет команду. Нажимаем кнопку А. То есть первый режим. Пока держишь, оно включено. Отпустил, выключилось. Второй режим. Нажал на кнопку, оно включилось. На эту же кнопку нажал, выключилось. Третий режим. Одна кнопка включает, но не выключает. Выключает другая. Ну, естественно, нужно задавать кнопки. Потом четвертый режим. Нажимаешь, оно включается. Горит 5 секунд, ну, работает 5 секунд, потом выключается. Пятый режим, оно работает 10 секунд, выключается. Шестой, 15 секунд выключается. Седьмой, 20 секунд выключается. То есть нажал, оно включилось, 20 секунд поработало и выключилось на седьмом режиме. Восьмой режим, это чтобы оно включалось автоматически, когда подаешь питание. То есть ты подал на питание, оно не включается. Когда восьмой режим нажмешь, тогда при включении в розетку, ну и самого удлинителя, то есть подачи питания на эту плату, включается устройство, которое подключено. А девятый режим просто все удаляет. Ну и вот, нажимаем на кнопку А, включилось. Еще раз на А, выключилось. Но оно помнит все предыдущие заданные команды. То есть удержим Б, оно горит. Отпускаем, не горит. Удержим А, оно горит. Отпускаем, А тоже горит, потому что оно, в принципе, помнит. Вот мы Б задавали. Отпускаем. Ну, то есть, Б, вот оно работает на удержании. А включает и выключает. А удерживать уже не получится, потому что оно включает. Вот. Поэтому, если нужен какой-то определенный режим, то нужно сначала удалить все, а потом задать этот режим. А если нужно несколько режимов, ну, можно настроить несколько режимов, по-разному кнопки настроить. Следующее это у нас, ну, можно сейчас все удалить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чтобы оно все не перепутывалось. Так, удалили все. Ничего не работает. Теперь
третий режим, самый вот такой, который мне нравится. Это одна кнопка включает, другая выключает. Вот оно даже погорело. Обычно вот оно, ты нажмешь, оно помигает, и дальше горит, ждет команды. То есть, когда ты нажал три раза, оно помигало, ну, показывая, что оно пришло к тому, чтобы выполнить твою команду. Потом горит, ждет, какую кнопку ты задашь. Задал одну, оно помигало, типа приняло ее, и дальше горит, ждет вторую. И вот сейчас я нажал. А, это включение. Б, это выключение. Можно, наоборот, было нажать. Я первым нажал А, это включение, Б, потом нажал Б, это выключение. А можно было, наоборот, нажать Б, это включение, А, выключение. Ну, то, в общем, как задашь, так оно и будет работать, и все можно запрограммировать. То есть ты сначала здесь выбираешь режим, а потом уже задаешь кнопку, какой кнопкой будет режим этот срабатывать. И вот это самое классное. А нажал, вот оно включилось. И нажимаешь на А, все, оно уже не работает, потому что оно включено. Но здесь срабатывает, то есть показывает, что команда принимается. Б нажимаешь, выключилось все. И, кстати, оно далеко работает. Я вот уходил за две бетонные стены, и оно срабатывало. То есть удлинитель был на кухне, я был в зале. И нас отделяло две бетонные стены. То есть я был в зале, спальня, кухня. И оно через две бетонные стены включало и выключало. Вот. Потом следующий режим. Раз, два, три, четыре. Это получается, нажимаем кнопку А. И оно, получается, включается, работает 5 секунд, выключается, вот. Смотрим. 5 секунд, оно выключится, вот. Это четвертый режим. И с четвертого по седьмой это секунды, то есть сколько времени он будет работать до выключения. И восьмой режим, то есть вот если сейчас выключить из сети, я вынул удлинитель, вставляю. Оно не включилось. А восьмой режим делать так, чтобы... Так, стоп, я не посчитал. Делать так, чтобы оно при включении в сеть включалось. Вот я сейчас наоборот задал на третьем режиме. Б включает, А выключает. Идем до восьмого режима. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, оно горит. Нажимаем кнопочку. И теперь и включаем. Теперь выключаем из сети, вставляем удлинитель, все, оно включается. То есть на восьмом режиме оно задает как бы возможность того, чтобы при включении в сеть, при подаче питания на плату, оно сразу включалось, а так оно не включается. То есть теперь даже если выключить, вот, вынуть удлинитель из розетки, вынули, вставляем, оно все равно включается. Ну вот, так работает восьмой режим. Девятый режим все удаляет. Первый – это нажатие удержания. Второй – на одну кнопку включает и на эту же выключает. Третий – на одну кнопку включает, на другую выключает. Четвертый – это на одну кнопку включает и через определенное время выключает. Уже без того. То есть ты просто включил, но поработала секунды и выключила. Вот это все режимы. А дальше уже кнопками задаются. То есть можно, когда дошел здесь до режима, раз, два, три, оно ждет команду, любую кнопку нажимаешь, и оно принимает эту кнопку как включающую или наоборот выключающую. И несколько режимов можно задать. То есть, например, ну вот у меня А выключает, Б включает. А можно сделать так, что... То есть, что у нас? А выключает, да? Вот раз, нажимаем. И теперь ставим А на удержание и включение. То есть, Б включает, А выключает. Но если нажать А... Ну вот. Б включает, А выключает. Но при этом оно запомнило, что еще А, кнопка А может при удержании, пока удерживаешь, оно должно быть работать. Удерживаешь, работает. Но... Оно должно как бы и выключать, то есть, ну, то есть оно запоминает сразу несколько режимов. Оно вот наглядный пример. Б включает, А выключает, но при этом мы только что запрограммировали, что А при удержании будет включать устройство. И оно вот включает, и оно горит.
отпускаем, не горит. Хотя А — это еще и выключение кнопка. Ну, поэтому, чтобы режимы друг на друга не накладывались, лучше всегда удалять. Для меня самое классное — это... Это получается, вот я сейчас все удалил. Это третий режим. То есть кнопка А включает, кнопка Б выключает. И восьмой режим, чтобы при включении питания в сети и подачи его на плату устройство само включалось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Задали, теперь нажимаем кнопку А. Включаем, все. Теперь Б выключает, А включает. И при этом убираем из сети. Вставляем, и оно включается. Ну, вот таким вот образом оно и работает. Собственно, ничего сложного. Крутая штука, мне нравится. Именно в таком режиме. Включил одной кнопкой, другой выключил. И если питание пропадет, если, допустим, включил, если питание пропадет, оно само включится. Хотя, может быть, кому-то наоборот нужно, если питание пропадет, потом, ну, если свет моргнет, чтобы оно не включалось больше. Ну, это тоже кому как. Мне наоборот лучше, чтобы было включено. И еще круто то, что оно через стены далеко бьет. То есть это круто. То есть даже можно с улицы, в принципе, ты подходишь к дому, и еще ты еще на улице, у тебя в кармане пульт на ключах висит. И ты уже, подходя к дому, например, нажимаешь кнопку, и у тебя свет включается в доме. Ну, круто на самом деле. Или, ну, в общем, что угодно, что в сеть включено, или, например, обогреватель какой-нибудь. Ты идешь раз, нажал кнопку, у тебя обогреватель включился. Ну, или мало ли чего можно включить. Так что такая вот удобная штука. Ну, а на этом все, собственно, все функции показал уже. Больше здесь показывать нечего. Пульт, коробочка, все режимы управления, мы все полностью со всех сторон посмотрели. Смотреть больше нечего. Отверточка, кстати, удобно, хорошо подходит под того, чтобы это откручивать и закручивать. А саморезики, чтобы прикрепить это куда-то к стене. Здесь даже есть специально пластмасски, чтобы загнать куда-то и вкрутить в них саморезы, но мне не понадобились, потому что у меня совсем другая конструкция, я не креплю куда-то в какой-то шкаф или куда-то, ну, в щиток, а креплю к удлинителю, поэтому у меня, ну, я типа делал из обычного удлинителя умный удлинитель, поэтому мне, собственно, саморезы не надо. Ну, а так круто получилось. Ну, может быть, оно не очень красиво выглядит, но зато, как бы, именно так я и задумывал, чтобы как-то сбоку была. Хотя можно и по-другому сделать, например, убрать всю эту изоленту, и тогда провод будет просто идти сюда, а отсюда просто выходить, ну, идти уже прямо. А здесь, например, будет аккуратненько там суперклеем приклеить провод, суперклеем приклеить коробочку, и здесь суперклеем приклеить. И, например, это так вот, ну, чтобы не торчало ничего, так аккуратненько вокруг корпуса пустить, тем же суперклеем промазать. Оно будет входить, и здесь аккуратненько выходить и идти просто ровненько. Будет просто обычная розетка, возле которой провод так вот идет сбоку. И коробочка такая, и дальше пошел провод. Все, и без всех этих намоток. Ну, можно сделать по-красивому просто, что я не захотел заморачиваться. Тем более, а вдруг я захочу потом снять этого удлинителя, на другой надеть. Если оно будет приклеено, то уже попортишь коробочку. А не хотелось бы. А так что, изоленту отмотал, выкинул, открутил, все, куда хочешь ставь. Ну, мало ли, вдруг я потом передумаю. Так, в общем, мне так удобнее. А красота мне не важна. Мне главное — функциональность. Вот. Так что как-то так. На этом все. Всем покедова.